6 февраля с вами Евгения Магуби с ежедневным выпуском Trading Central Web TV. Итак, сегодня после нескольких дней спада на бирже американские акции начали укрепляться. Банк Credit Suisse приостановил индекс ETN после того, как VIX вырос на 115%, чем несколько приостановил волатильность на рынках. Доллар возвращается на предыдущие позиции, курс евро и доллара на 0,36% ниже и составляет 1,2324 пункта. Пара фунта и доллара на 0,64% ниже и является 1,387 пунктов. Доллар по отношению к иене на 0,13% выше, текущее значение 109,23 пункта. Накануне решения по поводу процентных ставок аналитики рассматривают пару новозеландского и американского доллара. Пара растет и уже преодолела нисходящую линию тренда. Долгосрочные позиции будут выше 0,7255 пунктов со значениями 0,7330 пунктов и 0,7360 пунктов. Драгоценные металлы дешевеют, стоимость золота опустилась ниже восходящей линии тренда и находится ниже скользящих средних. Краткосрочные позиции будут ниже 1337,75 пунктов со значениями 1327 долларов и 1322 доллара ровно. Серебро также дешевеет и стоит $16.63. С вами была Евгения Мангуби, специальный отчет Trading Central Web TV.